Расширяют границы конкурса. Пример участия в соревнованиях сельских библиотекарей хотят перенять и работники городских читален. Напомним, на протяжении нескольких летних месяцев в муниципальных образованиях области проходил конкурс «Библиотека. Территория чтения». В нем приняли участие как сами работники культуры, так и читатели. Инициатором мероприятия стал депутат Государственной Думы Николай Панков. Подробнее в материале Екатерины Барковской. Огромную любовь к книгам с детства теперь уже мама Эльмира Бекташева передает и своим детям. Стать участницей конкурса «Библиотека. Территория чтения» женщина решила без раздумий. Именно такое рвение и знание почти всей сельской библиотечной литературы дало Бекташевым возможность считаться самой читающей семьей поселка Советский. По мнению победительницы, цель этого конкурса – отвлечь детей и молодежь от модных гаджетов и популяризировать чтение книг. Чтобы люди в основном привлекались, ходили все чаще и чаще, участвовали в конкурсах, посещали сельские библиотеки, участвовали везде, и дети тоже привлекались к этому всему. Но нужно. Книга – это друг человека. Несмотря на небольшую численность жителей поселка Советский, всего около 1000 человек. На несколько дней они все буквально на одном дыхании следили за проведением конкурса «Библиотека. Территория чтения». Свои работы в различных номинациях представили как сами читатели, так и работники культуры. Конкурс предполагает то, что это обязательно соревнование, да? Я знаю своих библиотекарей, какие у нас, кто библиотекарь, как работает. И вот мне интересно было проявить себя именно. Появилось очень много детей, пришло ко мне в библиотеку в связи с этим конкурсом, потому что мы проводили с детским садиком мероприятия и со школой, с начальными классами. Они ко мне записались в библиотеку. Это мне плюс, как работнику библиотеки. География конкурса «Библиотека. Территория чтения» с каждым днем становится шире. Вслед за сельскими работниками культуры стать участниками этого проекта захотели и городские библиотекари. Депутат Государственной Думы Николай Панков готов поддержать инициативу проведения конкурса в библиотеках Саратова. То, с какой открытой душой они участвуют в этом конкурсе, как вовлекает в него население, читателей, и не только читателей, но и различные коллективы, говорит о том, что конкурс удался, поэтому и не случайные просьбы, чтобы он проходил и в городах, среди библиотек, находящихся в наших городах. Этот вопрос буду тоже рассматривать, и возможно, что увеличу количество участников. На сегодняшний день уже решается вопрос о проведении конкурса «Библиотека. Территория чтения» в читальнях Волжского района Саратова. Екатерина Барковская, Александр Старков, РЕН-ТВ, Саратов.